Эмоции ясные, всех собрал нас во дворе. Враг войной идет на нас, таков был его рассказ. Он наш род не бедным слыл, батя златом жбан сложил и велел мне прикопать, чтоб вражине не достать. Ты прости меня, бать, но не помню, где копать. Когда жбан я зарывал, то изрядно попухал.